Всем привет, с вами Вайскрим 5 Friends, проведем некий челлендж. Попытаемся пройти игру в режиме багополета. Да, с одной стороны это невозможно, с другой стороны это очень сложно, но я попытаюсь как-то это сделать. Но для начала нам, конечно же, надо сделать сам баг полета. Для этого сразу же заходим в эту комнату, нажимаем на телефон. Уже играя за Джей, идемте на лестницу. Смотрим рекламу, чтобы стать Майком. И чтобы мы там уже летали за Майка. О! Да, кстати, мы еще сегодня проходим на легко. На сложности причем еще. О! Он типа меня спалил, но типа нет. Увидел, но ушел почему-то. Странный какой-то этот мужик. Так, ну допустим, металлический стержень, принеси мне это, нажимаем. И сейчас мы, да, получается, должны летать за Майка, да? Да, мы летаем, но вот только главное не задеться за лестницу, потому что если мы прикоснемся с лестницей, то мы разбагуемся. Да. Так, там синий вентиль у нас. Летим так все время сверху, чтобы нас враги не поймали. Ведь мы передвигаемся очень медленно, заметьте. То есть мы типа сейчас лезем по лестнице, но при этом мы находимся на фабрике, не на лестнице. Как-то так. Вот так прямо летим где-то. Так, ищем еще и красный вентиль. О, здравствуйте. Не понял. Ты что не берешься? Я же нажимал. Какая-то багованная игра. Либо же это багованный телефон, либо же багованный я. Не успел нажать на кнопочку, чтобы взять предмет. Давайте как раз начертим. Начертим. Начертили, сломали, поставили, поставили. Ух ты, малыш, привет. Теперь заряжаем батарейку. Все. И мы уже собрали, получается, микроволновую пушку. Yes. Балбес. Так, тихо. Не пали, только... А, уже все равно спалил. Так. Ты, вот как от тебя избавиться? Нет, если я стрельну, то будет жалко. Давайте хотя бы эту ловушку используем. А хотя нет, уже лучше отбежим. Может быть, я успею даже, я не знаю. Тут малыш стоит. А-а-а! Нет, давай. Тихо-тихо-тихо! Блин, так, сверху летим, надо сейчас вот так вот прям. Да блин, он снижается, блин. Ну что мне делать сейчас? На воспоминания не смотрим, потому что нет смысла тратить время. Зефирки тоже не собираю. Так, отлично. Теперь идемте к трубам. Так, как-то ты... Да, смотрите, как мы можем сделать. Вот так вот. Ха-ха-ха. Так, лизную копку можно все еще взять. Если вы так без бага полета будете кидать этот лед, то вы можете попасть прямо, ну, сюда, вот, не в пар. И тогда вы никак не сможете взять этот куб. И даже если вы отключите пар, играя уже за Джея, то вы все равно никак не возьмете этот зеленый вентиль, так как он в кубе, а куб не растаял, если мы уже перекрыли, получается, пар, то есть уже без шансов, тут надо только уже выходить из игры, заново играть. Ну, или же как-то по-читерски играть, там, с багами. Так, главное сейчас не соприкоснуться с лестницей. Отлично. Так, вон у нас. Мы его взять не можем, так что идемте играть с Джея. Будем перекрывать
пары, еще нам надо пройти квест с носом. Будем добывать нос мини-урода. Прям мини-тварь. Как раз таки стаканчик из-под мороженого нашел. Еще вот сейчас добываю нос мини-урода. Так, сейчас туда кидаем. Потом получается... Да, получается, сейчас надо, знаете, куда? Вот сюда вот. Отлично. Теперь еще левее. Потом вниз. Потом опять левее и потом наверх. Чтобы привести этого мини-рода уборщика прямо к вентилятору, чтобы его прямо засосало. Я сначала, когда делала обзор на эту игру, подумала, что мы не пачкаем окна, а разбиваем их. И вот этот мусор, который сейчас виден на окнах, это типа тоже сейчас в фабрике, это мусорка, свалка. И мы там видим все отходы фабрики. Я вообще так подумала, я не знаю почему. Это очень странно, конечно же, но... Тем более уж как он чинит окна разбитые, просто моя их. Так, все отлично. Сейчас я должен засосать прям. Мне его все равно жалко. И так над ним издеваются. Он каждый день вытирает эти окна. Причем сейчас его и раздолбили его нафиг. Так. Давайте кинем вверх. Ах, ты не кидается. Там какая-то невидимая стенка стояла. В игре, короче, много невидимых стенок стоит. Да, они прямо на этот раз очень сильно защитили игру, как бы сказать. Добавили много стенок. Сейчас вам еще покажу, зачем они это сделали, ну и где они еще так сделали. Мы же можем залезть на перилы и попасть в эту синюю палатку, в которой закрыта на замочек. По перилам, не закрыта замочек, там дверь, но без ручки. Чтобы мы не пошли по перилам, тут они, видите, поставили очень длинную эту, как его, невидимую стенку, но мы все равно можем туда залезть, с помощью этого бага. Кстати, они этот баг еще не исправили. Все. Так, вышел хор убрал. Да он давно вышел, как бы. Так, летим сейчас наверх. Потому что тут мы все равно находились в этой невидимой стенке. И уже проходим игру. Но видео вышло 10-минутным. И 36 секунд длилось, но... Это потому, что я вырезал некоторые фрагменты, чтобы видео не затягивалось. А так оно длится аж... Сколько? 25 минут. Я, по-моему, когда записывал видео. Это уже слишком много. Оно будет много весить. Так, зеленый весит. Отлично. Ой, малыш, тихо. Ух, не поймал. А, все, мы игру прошли. В режиме полета. Блин, нафиг. Как такое возможно? Ну, вообще это возможно все-таки, но очень трудно. Есть. Давайте даже сделаем нашу фирменную штучку. Сейчас буду вам показывать доказательства, что я прям прохожу в режиме полета. Какую-то такую нормальную прыжку сделать. Так, ну такая пойдет, в принципе. И залезаем сейчас в трубу. О, ой, блин! Там рот был? Да. Блин. Все отлично. На этой фабрике я все падаю и падаю. Джей! Эй, Майк! Да, давай спросим остальных. Давай. Я заметил кое-что подозрительное. Здесь рядом пищевых отходов.
каких пищевых, которые вы ели, зефирки, вы ели пищевые отходы, гигантская кухня, Ice Cream 6, гигантская кухня. Ну, это моя теория. Так, я думаю, уже можно заканчивать. Мы сегодня прошли с вами мороженечко 5 на легко и получается с багом полета. Мы выполнили челлендж, как бы сказать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. С вами был Гамес ПРО, всем пока.